лопаете поют. Да, не зарядочку успеваем, детка. Кушать хочешь? Именно макаронную кашу. Макаронную кашу. Не понимаю. Ирюшкину фотографию дали тоже. Да, Шуля у нас такая тут красавица. Лесная фея. Совсем скоро начинается дачный сезон. Все разъедутся кто куда, кто там на дачу, кто на каникулы, на отдых. В общем, я даже по этому поводу взяла себе по акции от Beauty Sleep подушку. У меня точно такую же у меня была уже. Я уже третий год на ней сплю. Значит, антиэйдж эффект тут от утренней отечности, от морщин сна. И еще тут наволочка Купер. Она имеет в составе вплетение медных нитей, что само по себе вызывает такой антибактериальный эффект, потому что на обычной подушке, то есть наволочке на хлопковой, собирается за 2 дня более 3 миллионов бактерий. Да. Сама об этом недавно узнала, поэтому надо спать на вот таких вот наволочках. Вот. И еще сейчас идет интересная акция. Можно взять 2 подушки сразу, об этом чуть попозже. Расскажу, почему я ушла от обычной подушки. Ну, во-первых, у меня после сна кожа очень сильно сжималась, и появлялись заломы на лице и вертикальные морщины. Ко всему еще из-за неправильного положения болела очень шея и позвоночник. В общем, примерно покажу. Если мы спим на обычной подушке, то кожа у нас вот так вот сильно сминается, как у шарпея становится, и эти морщинки, они становятся глубокими постепенно, потому что мы во сне проводим 7-8 часов, и ткани очень сильно страдают, и кровоток нарушается, в общем, морщины становятся все глубже и глубже, вот, это очень важно понять, поэтому главное успеть вовремя сменить подушку. Ну, конечно же, совсем по-другому спится на подушке от Beauty Sleep. Это небо и земля. Значит, подушка сделана в форме 3D, и когда вы кладете свое лицо, лицо вообще не деформируется. Оно такое ощущение, что парит в воздухе, нет этих вот заломов, морщин и так далее. Ко всему я уже рассказала, что здесь специальная наволочка есть. Она сделана из стенселя с ионами меди. Медь сама по себе имеет антибактериальный эффект. Если обычная подушка там рассадник бактерий, то здесь такого нет. Она идеально подойдет для тех, у кого чувствительная кожа, склонна к акне, да, и кто хочет защитить свою кожу от бактерий. Эта подушка Omnia является ортопедической, ко всему она еще зарегистрирована Росздрав. Надзором, поэтому является абсолютно безопасной и снимает мышечное напряжение в шее и, конечно же, обеспечивает правильное положение позвоночника во время сна. Да, тут материал подушки — адаптивная пена с эффектом памяти. Идет в комплекте с наволочкой. Наволочка очень мягкая и приятная. Вот что еще хотела сказать. С Omnia я сплю на боку. Мне очень удобно, но врачи все-таки рекомендуют спать только на спине. Я еще вот такую подушку себе купила. Это Aula. Значит, благодаря своим боковым валикам она очень удобно держит мою шею. То есть я могу расслабиться там на какой-то одной опоре или второй. Тоже нет заломов, и шея себя чудесно чувствует. Еще есть промокод на скидку. На первую подушку 7%, на вторую уже 30%. В общем, очень выгодно иметь 2 подушки. Там, может быть, на дачу отвезти, да, или там в путешествие возить.
привозить, чтобы одна была прям вот ваша личная. По дому походила, нашла такие колышки в виде обрезков. Такие его железки еще есть. В общем, они мне очень пригодятся сейчас. Всем привет, я просто Мария. Но в моей жизни не всегда все так просто, как хотелось бы, особенно с домами. Несколько лет я потратила на то, чтобы строить дома мечты, но каждый раз мечты рушились, и все приходилось начинать сначала. Я даже открыла свой заводик по изготовлению блоков, чтобы наконец осуществить мечту, но потом уже делать теплые экоблоки всем желающим. Кстати, своим детям я все же построила домик прошлым летом. Это был удивительный опыт, который все-таки смотивировал наконец начать масштабную стройку. И в прошлом году я встала сама за станок и сделала блоки для нашего дома уже своими руками. И прямо сейчас идет непрерывная стройка. Весной была поставлена коробка, а летом я уже задумала переехать хоть в одну комнату. Все, кто меня знают, уже верят, что все у нас получится. А дома нет. Вова, дома только иди, нет. Да? Мама. Стоп, не ходи сюда. У нас перерыв, перекус, плов на горелке у нас, пока еще остался газ, и подогреваемся вот таким образом, походным. Мам, ясно. Предъюбилейный концерт Дивеевской детской музыкальной школы «Мир, в котором мы живем». Да, спасибо. Это шило или как? Моя знакомая Дана, у нее школа по подготовке менеджеров маркетплейсов, так вот, ей недавно заинтересовались Минобразование и даже разрешили выдавать дипломы после окончания обучения. Естественно, этими учениками заинтересовались бренды, начали их расхватывать, и вообще у нее больше 6000 учеников. У меня как блогера она попросила подобрать какие-то новые кадры по определенным категориям. Я еще раз присмотрелась к этим критериям. Могу сказать, что это, наверное, один из самых лучших вариантов сейчас на рынке и такой шанс изменить свою жизнь наконец-таки. Вот, поэтому все, кто хотел найти там работу дополнительную, да, или там кто на удаленку хотел перейти, обязательно присмотритесь.
На самом деле я работала и с таргетологами, и с копирайтерами, и с МММщиками. Могу сказать, что зарплата у них все-таки будет пониже, чем у менеджеров маркетплейсов. И есть такой жирный плюс, это то, что обучение длится не полгода, не там 6 месяцев, то есть не 9 месяцев, а всего 5 недель. Вот, поэтому даю вам ссылку. Дана дала эту ссылку на бесплатную стажировку к ней, поэтому торопитесь, места ограничены и действует ссылка всего сутки. Когда там ко мне обращаются о том, что офис достал, хочу уйти на удаленку, я вот советую такой вид деятельности, да, и советую Дану, потому что там действительно крутое обучение, и при регистрации дают приятный бонус, и кто хочет действительно изменить свою жизнь, то переходите по этой ссылочке, места ограничены, поэтому торопитесь. Руки поставим на бедра, на колени и поработаем позвоночником, округляясь больше в пояснице и немножечко вытягиваясь вдох. Выдыхаем и вдох. Так, мы вооружились лопатами, потому что мы сейчас будем копать пруд. Начнем все-таки. Это? Да что за волосы такие длинные? Это не волосы, это шелковица. Что? Шелковица называется. Это кипарис вот этот. Ой, колючий. Это камелия, а это такой куст дерен. Он такой разрастущий будет. А на них что-то будет расти? Нет. И да. На кипарисе. Не будет, а еда будет вот на шелковице. На этой. А что там будет? Ну, такие ягодки вкусные. А, ягодки! Это какая-то земля твердая, это говорю мягкая. Ну, конечно, ничего не будет. Ох, Даша. Жалко, конечно. Очень жалко газон рукам. De quel Orient nous parle-t-elle? La jolie dame souvenir quand elle raconte sa jeunesse. Совсем скоро лето, нужно успеть себе привести форму. Я тут уже занялась спиной, потому что ручки я себе накачалась, там осталось немножко там, по мелочи, в общем, есть чем заняться. Самый лучший, удобный способ – это домашние тренировки с профессиональными тренерами на Fitstars. Я уже третий год там тренируюсь и всех туда зову. Значит, около 1000 разных тренировок по различным направлениям. Там есть и пилатес, и йога, похудение, здоровая спина для мамочек, даже для деток. Есть программы в игровой форме 3 лет. И даже есть раздел полезного питания с почетом калорий. В общем, много чего интересного. Приходите. В произвольном положении хорошо, но здесь именно... Все тренировки длятся от 7 до 30 минут в день. Мне кажется, каждый может найти для себя 7 минут в день хотя бы. Значит, никакого дополнительного оборудования не нужно. Все программы подходят для новичков. Все очень подробно объясняется. Вот, и ощущение такое, что ты занимаешься с персональным тренером. А еще сейчас будет очень классная новость. Легендарный безлимит навсегда вернули обратно. Он еще доступен с рассрочкой на 6 месяцев без первоначального взноса. Также вы получаете при оформлении подписки умные весы Пикук, их ограниченное количество, и сертификат в магазин Fitstars. Еще вы можете поучаствовать в социальном проекте «Посади свое дерево», «Лес Fitstars». Тоже нужно будет 100 тренировок сделать для начала. В общем, все подробности акции узнаете на сайте. И еще у вас будет промокод на скидку 70%, промокод «Просто Мария». Хочу обратить внимание, что цена только растет, поэтому далеко не откладывайте. Можете прямо сейчас оформиться.
вот такая вот классная акция в апреле. Хочу обратить внимание, что количество весов и сертификатов ограничено. Кстати, зайдите, посмотрите, какие там классные призы можно получить. И все это при оформлении подписки. И вот посмотрите, как еще меняется цена при моем промокоде. Промокод просто Мария. Вот. Вот так вот выгодно получается ваш безлимит навсегда. Его, кстати, можно оформить в рассрочку, можно долями заплатить. В общем, очень выгодно. Это редкость. Не отпусти ее, она улетит сразу. Где? Покажи. А можно мне? Покажи мне королеву, а, пожалуйста. Нет, ее отпусти. Это королева. Как вы их различаете? А потому что у нее вот, смотрите. Стой. Красная. У нее красная головка. Спасибо. Отпускай, отпускай, отпускай. Держу, держу. Можно мне покажи? Вот у нее красная головка. Понятно. Можно, можно, можно. Тихо, сейчас, сейчас. Солнце золотого тьмы скрыла пелена, и между нами снова вдруг выросла стена. Мать, это окна! Да! Представляю! Такие классные! Ты же окна! Я представляю! Я ехала, еще не видела. С той стороны тоже белый? Да. И даже дымоходы для печи. Чтобы не делать, не гидряй крышу еще раз. А под лестницей... Ты понимаешь? Даже я так не радовалась. Они такие огромные! На заднюю ось сюда палец на заднюю ось, да. Вот она тебя будет рвать. Какие они, Лёха? Какие красивые. Здрасте. 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 Мы сегодня, когда к вам ехали, знаете, мы видели целую стаду коров. Кров? Ага. Да, за ними ехали. А ты какой козлёночек. Надо же уже ягодки. Надо ее прям сегодня закопать. Виктория.
спаси, Господи. Ты что ж заградил, как солнышко? У нас все, простите, пожалуйста. С праздником! Час ночи. Сейчас и придет, да? Конечно, придет, и нам тоже прочтет письмо Иоанна Златоуста. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Да. Раннее утро. Христос воскресе. Тогда мы ночью вернулись. Да. А сейчас утро. Пожалуйста. Ну, у кого сильное яичко было? У нас с Дашей. Да? А у Лизы? Не повезло сегодня, да? Ну что, мы с тобой? Давай с тобой, Даша, пей. Thank you.